В год векового юбилея архивной службы хранители истории в документах и материальных свидетельствах эпохи не просто отмечают свой праздник, но и делятся секретами архивного дела с людьми. Таким, например, стал мастер-класс по восстановлению документов ветхих свидетельств прошлого. А всего нуждается в реставрации свыше 800 тысяч дел, и фонды постоянно пополняются. Проведены переговоры с жителем города Бреста Петром Владимировичем Лазарчуком по поводу передачи документов его отца, который прошел всю войну от начала до конца, и можно констатировать, что эти документы скоро будут у нас. Не только сохранение исторической памяти, но и просветительская деятельность. На встрече с учащимися образовательных учреждений Бреста и гражданами, которые интересуются историей семьи, работники архивов рассказали о методах поиска информации. Хотелось бы от всей души поздравить всех архивистов Республики Беларусь, поблагодарить их за кропотливый труд, за то, что они смогли, несмотря ни на какие трудности и сложности, сохранить память о нашем прошлом. И с уверенностью могу сказать, что у нас есть что передать будущим поколениям. Мои дорогие коллеги, с праздником вас, благополучия и мира вам, вашим семьям, и будьте также преданы своему делу и любви, как вы это делали до сих пор.